Мы сейчас сделали небольшое углубление в земле. Взяли вот такую вот баночку. Ну, где-то на литра полтора. Вот, засыпали торфом, чтобы быстрее проросло наше семечко. Да, вверх, вверх эмбриончиком нужно ставить. Наверх. Сейчас мы будем его полностью закрывать и польем. Закроем вот такой вот крышечкой, чтобы был эффект парника, и мы быстрее получили всходы. Да, тут у нас есть помощник, который хочет поливать. Помощник поливать. Давай, поливай. Наливай сверху, только не все. Потихонечку. Давай, поливай. Ага, наливай потихонечку. Не сильно, чуть-чуть. Давай туда на семечку. Оп. Все, мне кажется, достаточно, да? Все, хватит, достаточно. Мелисса у нас молодец, готовится к Святому Миколайчику и чистит сапожки. Окей, молодцы. Ждем кого? Миколайчик. Да, с куколкой и машинкой. Опа. Зим. Молодец, Зим. Все, молодец. Все. Тома, все. Бити. Вот, бити, и закончился. Давай, да? Закроем теперь разничек. Угу. Торф у нас верховой, прибалтийский, пинскок. Очень качественный, очень хороший. Рекомендуем его использовать для проращивания семян и семечек.